Сейчас я продолжу. Да сколько их тут? Пузо! Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Да ну как раз фонарик тебе. Айда за мной! Погнали, че. Ах ты, сука! Ты такая! Артем, свет сюда! Зажарь его! Он же горячий. Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь и театральная недалеко! Высоковато! Ну да... Высоко, очень высоко. Двинули! Вот я сюда, потом так. Нормально, давай, погнали. Разгон. Успех. Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Чё, у меня фонарик сдох. Ну, погоди. Нормально, сгодится! Так, всё, посмотрю управление. Артём, давай сюда, подсоби! О! Чё, это арматура? Мост падёт. Опа! Нифига, она длинная. Айда за мной! Это мерки. Фокус! Да, я уже царапаю. Открылся! Стреляй! Блин, это я этим пулями стреляю. Как сменить патроны? Так, управление, клавиатура, оружие. Может, это... Ударь! Как увидел брюхо, сразу стреляй! А. Это такое, это не то. А, то есть я вот на это сейчас пошел. Давай, я подсажу! То есть я патрон тратил. Они внутри! Артём, руку! Эх! На Артём у нас вообще не может. Скорее! Ноги в руки! Сюда! Пошли! Артём, ты цел? Как давай, это? Надо уходить! Свет, бегом туда! Вот мы уже завалили. Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут. Так. Ну туда, походу. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю. Давай. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули! Так,
кокон у них повсюду. Да, жуткое место. Черт! Артем, не отходи от меня! Ты не отхожи отсюда. Откуда-то тут идут. Из труб. Оп, чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Так, что-то мне оружие надо. Кстати, да не переживай за меня. Я же Атос. Если что, шпагой отмахаемся. Атос-то, да. Где провод-то у нас? Да, вон туда вот он идет. Только... Да. Меня это вот пугает. Чага. Ну, готов? Первый пошел! Давай, иди ты первый. А, я первый, окей. Гум-гум-гум. Блин, нельзя открыть. За мной! Нифига свет. И опять загрузочка. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху... Каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Немного подлогнул, не знаю из-за чего. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Ну, не знаю. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. Так, вот, разве. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры? Там? Чёрт, фильтров маловато. Ух ты, фильтры. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры братья. Все да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Что-то странно происходит. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывало. Метро лагает.
Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. О, как солнце светит. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Да, не, нормально. Где солнце? Там. Я, кажется, еще до войны. Обалдеть, мой. Активная, похоже. Кажется, что даже сквозь перчатки жжет. Вон и переход, давай туда. Так, вот он. Вот этот вход в метро. Смотри, чтоб фонарик был заряжен. Прикрывай меня и поглядывай по сторонам. Ну, пошли потихоньку. Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! Сейчас, кажись, плевану. Старайся идти потише. Конечно. Потреску на весь пол. О, это отличный новенький. Давай на свет выбираться. Давай, да. Ты чего сдурел? Теперь держись! Ищем проход через самолет. Давай, погнали. Так я не думаю, что это к чему-то хорошему. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Поищи, нет ли чего годного. Я прикрою. Тут вообще входа в самолет-то нет, как такового. А, может там залезть через окно спереди? Давай, я говори нам люк. Попробую открыть, я прикрою. Давай. Заклинило? Давай вместе. Ого. Пошло. Отлично. О, стой. Так, Артём. Место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал. Это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда. Он показывает, что случилось с ним. Что такое? Еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку. Черт! Нет, это же что-то я! Скорость какая? Электроника вырубилась! Да, вон вы. О, господи! Все! Все! Да что же это творится? Планирование!
возьми! Давай, 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 опять я этим стреляю, да что к себе? Что он прозвонит? Ты что отзывел? Спасибо. Да, если б не ты, я бы так бы и задохнулся там. Конечно. Как остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. А чем стреляют? Он нормально стреляет. Еще один!
Ничего так прогулочка получилась, а? Да. Ну что ж, думаю, на этой позитивной ноте можно и закончить. Хотя, ладно, давайте посмотрим. Сейчас будет загрузка. Ну, вот, короткое да. свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Ну все, думаю, на этой позитивной ноте можно и закончить. Всем спасибо, всем пока.